В одной из школ города сегодня прошел необычный флешмоб. Больше 500 учеников взяли в руки флейты и выступили перед своими одноклассниками, учителями и родителями. Концертной площадкой стал двор 20-й школы. Таким образом, юные музыканты поздравили учителей и одноклассников с окончанием учебного года. К этому флешмобу ученики с 1 по 8 класса готовились с сентября. Произведения современных композиторов они изучали на уроках музыки. Игре на флейте здесь обучается каждый. Я даже могу им не говорить и не выбирать, кто будет играть в этот раз. Могу просто объявить, сказать, сегодня концерт, играем, например, «Весеннее настроение», кто хочет, приходите. И они приходят и играют. У них уже выработано вот это вот коллективное музицирование и умение с любым составом, с любым коллективом, с малышами, со взрослыми играть легко. Репетировали мы одним классом, а потом уже как бы сейчас это всей школой мы один раз сейчас выступали. Музыкальную грамоту большинство учеников постигают только на уроках в общеобразовательной школе. Тем не менее, нет таких, кто бы путался в нотах. Сначала мне было сложно, потом я увлеклась, начала заниматься, отдельно бывало с учителем занималась. Если есть быстрые звуки, то их сложно бывает повторять, но у меня опыт, так сказать, большой, и поэтому мне легко.